Всем привет, ребята, с вами Геймер Про, и сегодня это уже 9-я часть по выживанию в Майнкрафте. И, кстати, ребят, мне в комментариях написали, как добыть пшеницу. Это делается очень легко, я не знаю, как у меня просто вылетело это с головы. Просто, так сказать, ломаешь траву, оттуда выпадают семена, и ты их садишь, и вырастает пшеница. Ребят, кстати, сразу хочу сказать, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои самые новые ролики. И, ребят, короче, вот чтобы, например, скрафтить ведро. Ведро нужно, чтобы воды, например, типа налить, типа в огород. А у меня-то железа нет, и я придумала вот такую штучку. Так, сейчас вот так вот сделаю. Вот тут уже все нормально. Вот так придумал. Но эту закрывать, конечно, нельзя, потому что воды не будет. Ну, короче, сождаем. Пока куда есть. Потому что это я случайно наступил на это. И пусть растет. Пусть растет. А пока давайте сделаем для загон. Блин. Не знаю, что с моим языком. Что-то заплетается. Просто я случайно хотела сказать для загона. Короче, построим загон. Для сначала свиней. И, кстати, ребят, подождите. О, тут уже отлично. Сейчас, ребят, я хочу кое-что посмотреть, проверить. Чуть не наступил. О, отлично. А, ну все, уже не проверю. Типа морковку уже можно тоже вот так посадить. Но я не буду, пусть уже так будет. Так, ребят, погнали строить загон. Подождите. Что тебе надо? Пошел вон отсюда. Ты что, меня не понял? Ну, давай, проваливай. Да, и сколько ты мне... Давай, вы все равно без трезубцев. А сколько ты мне носишь? О, а, ну немного. Давайте, я даже хочу убить. Стоять! Давайте. Ну. Капец, я еще никогда не сражался с утопленниками. Да блин. Что ты делаешь, задолбал? Сколько у них жизни? Мне кажется, это не очень... А, я задыхаюсь. О. А, если я ничего не выпало, тогда иди, знаешь куда? Так, ищем в дом. О, господи, ищем в дом, ребята. Это капец. Так, где забор, забор? А, забор у меня. Забор у меня. Ничего себе. Так, куда нам его построить? Где вы нам его построить? А, где-то тут, где-то тут. Мне кажется, такого размера будет достаточно. Вот, да, отлично. Так, и вот так. Е, ребята, получился такой загон. Чуть, наверное, не ровно, но мне все равно. Какая разница, ровно, не ровно. И, кстати, ребята, вот поводок. Если вы смотрели прошлую часть, вы увидели то, что я его нашел вот тут вот. Откуда он у меня? Откуда он тут взялся вообще? Я его просто взял, и у меня поводок. А, это, наверное, от этого, от торговца. Так я его не убивал, вроде бы. Ну, ладно. Главное, что у нас есть поводок. Теперь нужно найти свинью. Их я пока что-то не вижу. Зато я увидел скелета. Да? Это скелет? Нет? Так, ребят, подождите.
Свинья, 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 свинья. Блин. Что-то вообще свиней нету. Блин, вообще свиней нету. Ой, ребят, нашел. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Со мной пошли. Идешь? Я даже морковку в руку возьму. Давай, 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 давай. Убежишь? Так, ай, было больно, очень больно. Не-не-не. Господи, ну я уже поводок, все, у меня нету. Давай, заходи. Отлично, ребят, первая свинья тут. На. Теперь сидеть тут. Стоять! Так, есть одну поймали. Теперь нужно еще хотя бы две, три. О, ребят, гляньте. Уже растет так хорошо. Ребят, ролик получится недолго. Так, надо... Свинья, 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 свинья. Можешь взять морковку, они сбегутся ко мне. Так, где? Блин, у меня вообще нет. Ну, как раз... О! Так, давай, быстрее, голд, исполняйся. Отлично. Стой! Отлично, пошли. Так, пошли, 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 пошли. Ей, еще одну поймал. Стоять. Куда? Тихо, стоять, стоять тут. Тут стоять. Нет, не выйдешь. Все, стоять. Я пошел за еще одной. Давайте три. Тоже это слышали? Вы тоже это слышали? Вы тоже это слышали? Я не сомневаюсь, то, что вы это слышали. Где-то тут эндермен, но мне все равно. Где эндермен, где эндермен? Зачем мне эндермен? Мне нужна свинья. Мне нужна свинья. Пока нет, пока нету свиньи. Блин, где все свиньи? Это что? Блин, это издевательство какое-то. Где все... О, нашел. Стоямба. Ты пойдешь... Блин, ребят, ночь. Давай быстрее со мной, свинья. Давай, давай со мной, со мной, со мной, со мной. Я тебя спасу. Я выведу тебя отсюда. Блин, если сам не заблужусь. Капец, я зашел. Давай, 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 давай. Где мой дом? Вот он. Отлично. Ай! Давай, заходим, заходим. Отвязываем. Стоять! Куда, 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 куда собралась? Кормить, кормить. Так, все, отлично. Да елки-палки. Да стоять! Блин!
Идите сюда. Тихо. Все, стоять. Тебя тоже? Ё, сколько тебе там надо? Проглот. Все, раз, два. Все стоим, все стоим. Да на месте, куда? Ай. Почему их так сложно завести в этот загон? Стой. На месте, стой. Заходи. Да блин, еще он сбежал. Вот сейчас сюда паук придет, и нам всем жопа. Если вы, конечно... Стоять. Вот куда ты? Да отвали! Отойди! Так, все сюда. Ты что, тупой? Сюда давай. Ах, задрали. На... Ё вам надо, это я еще. Так, все, отстаньте от меня. Куда? Куда? Вот зачем? Ты издеваешься надо мной? За мной. Стой, стоять. Стой, куда побежал? Стой, стой, вы что, совсем? Давай сюда, давай, давай. Ага. Ты серьезно? Вы че? Тихо, утопленник. Зайди! Пошел вон. Мои свиньи. А-а-а, как от них отвязаться? Наконец-то, ребят. Теперь я иду спать. Пока. Все, ребят, видеоролик, наверное, будем заканчивать, потому что я уже не могу. Я устал с этими... Да еще и спать не получается. Ладно, ребят, будем заканчивать этот видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Ну что ж, всем удачи, всем пока.